Здравствуйте! Сегодня я вам покажу, как связать такой цветок. Я буду использовать вот такую пряжу и крючок 2,1. Вначале вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем с помощью соединительного столбика соединяем первую и последнюю петельку. И вяжем 25 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. После того, как связали 25 воздушных петель, мы вяжем еще одну воздушную петельку. Затем первую петельку пропускаем и во вторую вяжем столбик без накида. И повторяем еще два раза. В следующую петельку второй и в следующую третий. Затем в следующую петельку мы вяжем полустолбик с накидом. Делаем накид, вводим крючок в петельку и провязываем 3 петельки на крючке вместе. Затем вяжем 17 столбиков с одним накидом. Первый. Второй. Третий. Связали 17 столбиков с накидом, и у нас остается 4 петельки, и мы вяжем 1 полустолбик с накидом и 3 столбика без накида. 1, 2, третий. И затем мы вяжем соединительный столбик в следующую воздушную петельку. Вот у нас одна петелька, в которую мы вязали соединительный столбик. И в следующую петельку вяжем соединительный столбик. Переходим к вязанию второго лепесточка. Также мы вяжем 25 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. И еще одну воздушную петельку. Затем первую петельку мы пропускаем и во вторую вяжем столбик без накида. И повторяем еще два раза. Всего 3 столбика без накида, затем 1 полустолбик с накидом и затем 17 столбиков с одним накидом. Первый. Второй. Связали 17 столбиков с накидом и затем у нас остается 4 воздушные петельки, мы вяжем 1 полустолбик с накидом и 3 столбика без накида в каждую петельку. 1, 2, 3. И затем в следующую воздушную петельку мы вяжем соединительный столбик. И снова 25 воздушных петелек. И так мы всего должны связать 6 лепесточков.
Итак, связали 6 лепесточков и в последнюю воздушную петельку связали соединительный столбик. И затем вязание продолжаем. Теперь каждый лепесточек мы будем обвязывать столбиком без накида. Итак, вначале мы вяжем воздушную петельку. И теперь в каждый столбик мы вяжем столбик без накида. Довязали до центра лепесточка. И теперь под воздушную петельку мы будем вязать 3 столбика с одним накидом. Первый, сюда же второй и третий. Продолжаем вязать столбики без накида в каждый столбик предыдущего ряда. Один лепесточек готов, переходим ко второму. Мы пропускаем петельку между лепесточками. И уже в первую петельку второго лепесточка мы вяжем столбик без накида. Вот петельку пропустили, и в первую петельку лепесточка вяжем столбик без накида. И таким образом мы должны обвязать все 6 лепесточков. И в центр лепесточка под воздушную петельку мы вяжем 3 столбика без накида. Обвязали все 6 лепесточков и затем в первый столбик без накида вяжем соединительный столбик. Мы пропускаем петельку между лепестками, воздушную петельку и в первый столбик вяжем соединительный столбик. И теперь немного вытягиваем ниточку и вяжем одну воздушную петлю. И затем мы будем вязать вот эти лепесточки, которые расположены в шахматном порядке от тех лепесточков, которые мы уже связали. Итак, мы вязание поворачиваем на изнаночную сторону. И теперь в воздушные петельки, в первые 6, которые мы вязали, мы будем вязать столбик без накида. Итак, вот в центр лепесточка мы вводим крючок и вяжем столбик без накида. Затем вяжем арочку из 2 воздушных петелек. 1, 2. И теперь мы в центр второго лепесточка вяжем столбик без накида под воздушную петельку. Вот у нас здесь воздушная петля. Сюда мы вяжем столбик без накида. У нас арочки будут расположены в шахматном порядке. И снова 2 воздушные петельки. И в центр третьего лепесточка вяжем столбик без накида. Так, чтобы виднее было. Итак, мы вяжем всего 6 арочек. 3 мы уже связали вместе и еще вяжем 3. Итак, мы связали 6 арочек, которые расположены в шахматном порядочке. И затем в столбик без накида мы вяжем соединительный столбик. И еще один соединительный столбик мы уже вяжем под арочку. Вот сюда. И затем мы вяжем так же, как и вязали первые лепесточки. 25 воздушных петелек. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. И одну еще воздушную петельку вяжем. И затем пропускаем первую петельку и во вторую вяжем столбик без накида.
и повторяем еще два раза. Второй столбик и третий. И затем один полустолбик с накидом и 17 столбиков с одним накидом. И мы вяжем такие же самые лепесточки, как и вязали. Первый лепесточек готов. И затем мы вяжем соединительный столбик в следующую арочку. Вот первая арочка, в которую мы вязали первый соединительный столбик и первый лепесточек. Затем во вторую арочку вяжем соединительный столбик и второй лепесточек. Снова 25 воздушных петелек и также вяжем, как и предыдущие лепесточки. Связали 6 лепесточков и мы их также обвязываем столбиками без накида. Лепесточки я обвязала люрексовыми ниточками. Обвязывала также столбиками без накида. Вот такие ниточки. И обязательно мы цветочек отпариваем для того, чтобы листики были ровные. Серединочку можно украсить по-своему. Я связала 16 столбиков с двумя накидами и арочки из 3 воздушных петель. На этом мой видеоурок подошел к концу. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал. Увидимся на моих новых видеоуроках. До свидания!